И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть на DLC Ark Extension. Да, продолжаем выживать в этом безумно, блин, сложно сказать, красивым, безобразным, ужасным, но это точно факт, интересном мире. В общем, как вы видите, у меня здесь немножечко появились построечки всякие разные. И я начал наконец-то развивать этот долбанный стимпанк. Ну как начал развивать? Я уже практически его закончил развивать, то, что мне нужно. Во-первых, что у меня появилось? Появился долбанное мороженое, из которого я буду летать в два раза быстрее. Кайф, не спорю. Ну и еще холодильник, который работает ни на чем. На воде. Во-вторых, я наконец-то могу делать аникибл. Но, как вы видите, у меня немножечко не хватает ресурсов. Даже не в яйцах проблема, в редких цветках. Здесь их добыть немножечко сложновато. Вот прям чуть-чуть немножечко сложновато. Куда я залез, ты не туда залез. Но с грибами. С грибами проблем вообще нету. Это просто что-то с чем-то. Во! 635. Ну, я думаю, вполне нормас. Откуда грибы? Хе-хе-хе-хе. Вы посмотрите, как я поставил дрель. Да, стоит дрель, и все нормас. У меня две разные насадки на дрель. То есть, точнее, аппарат-то стоит это, а две разные дрели. Вот. И как бы пока что вот такая стоит, я ее тестил. Ну, в общем, все равно металл добывает дерьмово. Вот. И как бы, ну, вот так, потихонечку. А здесь у меня вот стоит стимпанковское все как это, как надо, по красоте, все просто замечательно. Также у меня очень дофига рецептов на энфорсеров появилось, очень дофига рецептов на скаутов появилось. Кстати, а что было в последней серии? Ну да, по факту не было там вообще ничего. Вот, и, собственно, самая такая жемчужинка из всего вот этого дела, это вот эта штука. Смотрите, какой левел у нее. 180-й. Да, требует ресурсов дофига, но самое, что прикольное, смотрите, берем желтенький, ой, не желтенький, погоди. А, это легендарный другой. Допустим, ну вот, 17 тысяч, самый дорогой, по дасту. И смотрите, левел 122, левел 180. Стоит даста это больше. Кстати, 180 у меня только один. Или есть еще 180? О, есть вот 155 еще есть, тоже прикольный. Но сравним сначала вот эти вот. Разница в чем? Стоит дороже. Тот, который дрещевее по левелу, здоровье 85, 130, 65, то есть здоровье хуже, стамина хуже, энергия хуже, вес хуже и урон даже хуже. Но при этом стоит дороже. Говно рецепт, даже. Но здесь левел 155 стоит в два раза дешевле. Ну, грубо говоря, в два раза дешевле. Вот. И здесь уже есть чем сравнивать. Здоровье чуть-чуть хуже, стамина чуть-чуть лучше, энергия конкретно хуже, вес терпимо хуже и урон лучше. Причем нехило так лучше, а стоит меньше, что вполне себе неплохо. Так что да, в одной из следующих выпусков мы обязательно заценим всю вот эту фигню. Здесь у меня, как видите, появились и грядочки. Грядочки плодоносят овощи. Овощи мне нужны для чего? Да, не только для того, чтобы делать киблы. Киблы это было бы неплохо, но так как у меня не из чего делать на данный момент, то и, соответственно, овощи мне нужны для другого. Все, я родил мысль. А для чего мне овощи нужны? Погнали посмотрим в ловушечку. Анкилка. 156 левел. Все легко и просто. О, да, окей, здорово. И томится она на овощах.
Да, тут накинут можжабельки, на всякий случай, вдруг овощи закончатся. И накидано сюда наркотик. Томит себе потихонечку, не торопясь, закинул сюда. Хотел сначала притомить бобра. Думаю, типа, лутать, все дела. Но бобер томится крайне сложно. Я его даже сюда в ловушку закидывал. Он томится крайне сложно, так как у него торпор сбрасывается просто песос как быстро. А анкилка будет собирать все от и до. Все, что мне нужно, кроме дерева. Почему мне не нужен бобер для дерева? Ну, я же показывал. У меня есть бензопила. А, не, я не показывал. Я собирался показать, но в итоге я так и не показал. Во! Бензопила. Она намного лучше. Вот, я просто на них акцентировал свое внимание. Такие вот дела. Также, что я хотел еще сказать по ресурсам. По ресурсам это просто какое-то безумие. К примеру, синий кристалл это вот гем. Зеленый гем вот. Синий гем это вот это. Лутается с деревьев. Вот такого типа. Полимер. Есть органический полимер, есть обычный полимер, а есть зараженные куски говна. И вот это вот зараженное говно лутается вот с этих ублюдков. О, какая торжественная музыка. Ну, я-то всего лишь навсего убил парочку зараженных. Ну что ж, вы так меня встречаете такой музычкой. Это музыка из игры, я не знаю, кстати, что она оповещает. Дропается она с них. И, кстати, не со всех. Как видите, не всегда лутаются. Но самый главный косяк стакается по 10. Это фигово. Но действует как полимер. И вполне вот... Сейчас вам покажу. Вполне с легкостью заменяет... Что? Ой, я не то... Ой, я не то жму. Вот. Вот, как видите, полимера добавил 4. Нужно... Вот говна. Нужно 22. И вуаля. Используется как органический полимер. Обычный органический полимер. Ничего больше. Поэтому я очень сильно расстроился, когда узнал, что все это время у меня был очень много органического полимера прям под боком. А самое главное, что свой первый органический полимер я просто тупо выкинул со словами: фу, нафиг, я не знаю, что с тобой делать, а вдруг ты меня потом заразишь. Да. Ну а потом я почитал вики и узнал довольно-таки немало полезной информации. Так, что еще у нас здесь? Так, ну этот металл, это понятное дело. Элемент даст. Элемент даст это прикольная штука в том плане, что он используется как элемент даст, но вы также можете состряпать себе, допустим, как нестабильный элемент шард, либо элемент 10. И 1000 элемент даст соответственно. Стряпаем, получаем нестабильный элемент шард, который действует всего лишь полминуты. По истечению времени чудо превращается в обычный осколок элемента. Ничего сверхъестественного. Кстати, если этот осколок разломать на дасты, то мы получаем всего лишь 2. Я проверял. 2 осколка разломал, получил 4 даста. Такой себе обмен, потеря 80%, но если у вас есть куча элементов и вам нужен как раз таки элемент даст, то вы знаете, как можно глупо потратить ресурсы. Да. Кстати, я в группе ВКонтакте скидывал скрин Экскалибура. Я такой офигел, он это реально тупо меч, воткнутый в землю. Поэтому я его назвал Экскалибуром. Если интересно, можете заглянуть в группу ВКонтакте. Там вполне, то есть обычный скринчик. Так, что в итоге? Слушайте, давайте-ка сегодня займемся вот этой всей технологией, раз уж начали с этим всем возиться. Во-первых, скауты. Их можно состряпать прям в руках, когда вот эти же можно состряпать только в тег-репликаторе. При всем при этом рецепты от них не закидываются в терминал, но вы можете состряпать обычного. То есть, к примеру, здесь, видите, да, то есть у них написано процентов, то есть 80% здоровья и так далее. Это дополнительного здоровья к стандартному первому. И, кстати, рецепт одноразовый. Ну, давайте сделаем скаута. То есть, к примеру, выберем какого-нибудь из них
из этих троих говна самого топового. Кстати, скаутов завалить очень крайне тяжело, потому что они включают свой щит при первом попадании, и потом на рандоме ты его можешь сломать. Но если повезет. О, это тоже лучше. Этого энергии 180. И левел у него 60-й. Конечно, он же он лучше. Так, берем ресурсы. Благо, все это у нас дропается с легкостью. Оп. И превращается чудо. О, кстати. Навык изготовления сработал. 0.8. Круто. Потому что у меня рюкзачок надетый. И там навык изготовления плюс 100%. Так, к примеру. Скаут, я выбираю тебя. Черт, не то. Ах ты ж нифига себе. 20 лимендаста для запуска операции. Окей. Там просто застакал. Окей, давай. Скаут, я выбираю тебя. О, погоди. Прикольно, можно так типа это. Скаут, я выбираю тебя. Хоч! Круто. Здрасте. Такс. Это, короче, зеленые это свои. Такс. Лево-право. Пробел вверх. Икс. Да ладно, ты смотри-ка. Ну-ка. Если я нажимаю на Икс, то у меня появляется информация. Если я нажимаю на Ctrl это присесть, Shift это подняться. О, Ctrl присесть это вниз, прыжок это вверх. What the fuck? Я нажал на правую кнопку мыши. Я надеюсь, не задамажил тебя, да? Фу, отлично. Кстати, могу так нехило посмотреть, даже так информацию. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, с... правая кнопка мыши. А, это было ускорение, окей. Правая кнопка мыши. Надо... Low energy remaining. Окей. У меня мало энергии. Оу, фак. У меня энергии заканчиваются. Понятно, в чем разница, что дает эта самая энергия. Все, теряю сигнал. Нет, дисконнектинг. Оу, фак. Скаут. Иди сюда, пиздюк. Эй, чувак. О, классно, я подошел к нему на это, правую кнопку мыши нажал, и он это, ну, в общем, он потратил, да, это даст. Окей. Давай возьмем побольше. Вот, требует он, соответственно, 20, мы возьмем сразу 40. И покебол вперед! Ну, я не мог сказать, не сказать этого. Ну, соответственно, вот, отлично. А-а-а! Он, короче, 20 для запуска. И видите, да, у меня появился даст слева. 20 дополнительного. И, соответственно, по ходу дела я именно их сначала трачу, а потом уже будет тратиться энергия. То есть сверх 20... Оу-оу-оу-оу-оу-оу, дальность сигнала, я понял, вот мы узнали дальность сигнала. То есть, ну, как бы, вот это вот здание я уже могу, допустим, разведать. Ну, погнали. Оу, не-не-не, погоди, дальность сигнала что-то теряется. Так, правая кнопка мыши, это ускорение. What the fuck? Он стрелять умеет. Погоди, а дамажит ли он? Пиу! Блин, тут, короче, что-то диких животных тут нету около моей базы подозрительно. Интересно, кстати, а себя я могу задамажить? Так, на анкиле я точно проверять не буду. Ну-ка. Пиу! What the fuck? А, это показывает, типа, это то, что... Пиу! Подожди, энергия-то тратится, но... Даст... Подожди, энергия все так же тратится. А как заправиться дастом? А-а-а! Я останавливаюсь. И энергия пополняется. За счет даста.
Вот оно что. А если полностью энергию потратить, то, соответственно, я полностью это... То есть он полностью остановится. Но я смогу подойти к нему и забрать его. Так, погнали вниз. Посмотрим дальность вниз. Какая у нас будет. И смогу ли я кого-нибудь вообще найти и попасть по нему. Клёво. О, вы машете рукой. Ха, клёво. Текс. Надо вызвать, короче, его в другом месте. Я понял. Кстати, это круче, чем этот. Чем в сова. Этот сквозь стены смотрит. Вот козёл. Он реально может сквозь стены смотреть. То есть это ВХ! ВХ! Конкретный ВХ! Текс. Допустим, так, если я нажму О, ничего, это, О, это консоль. Так, П, ничего. Тап, это я залазю в свой инвентарь. Окей. А, он юзает то, что у меня в инвентаре. Соответственно, что я не заюзаю, у меня так и останется. Отлично. Так, что еще я могу? Так, С. А, это. Так, ну, Х это мы уже разобрались. О, кстати, что я хотел проверить. А, нет, я вот махушу рукой, но это ничего не показывает. Так, и, допустим, нажму Е. Все, Е это вылезти из дрона. А потом подходишь к нему. Правую кнопку мыши. И через определенное время он забирается. Отлично. Я понял. Давай еще потестим. Ну, давай, хватит. Погнали туда вниз. И уже непосредственно в боевых условиях все это дело потестим. Только надо где-нибудь встать без... по безопасности. А, ну вот, в своем доме-то я и встану по безопаске. Здесь, соответственно, и пониже. И безопасно. Надеюсь. А, вот, и как бы все нормас. О, кстати, а я могу с него... Не, я не могу с Ардентависа скинуть. Но я думаю, допустим, кого-нибудь с волка, где я могу достать кирку и так далее, то я смогу скинуть. И, соответственно, с грифона. Покебол вперед! Отлично. Вот я вылетел. Так, немного отвлекли. Сгонял, взял еще ресурсы. И мы уже видим свой чужой. Причем реально ВХ. Прям конкретное ВХ. Так, погнали. Глянем на нейтрала. А именно на паука. Птиу! О! Интересно, я могу? Не, я какую-то метку на него пускаю, да? Вау-вау-вау, легче. И все, перестал агриться. Ой, я к нему тыпыхнулся. Вау. Так, погоди, а, нет, это просто ускорение. Окей, я ставлю какую-то метку. Интересно, что это за метка. Ага. И от этого они никак, ничего, нигде. То есть они не боятся. А подлетаю, они начинают бояться. Окей. О, трупешник. Добыть никак не могу, это логично. О, кстати. Икс. Давай посмотрим на Икс. Что мы в итоге получаем? Допустим, Икс нажимаю сюда. И ровным счетом, нифига. Отлично. Нажимаем сюда. Тоже нифига. Ну, блин, непонятно. Так, погнали, попробуем за град улететь. Воу, легче. Ясно. Дальность не позволяет. Ну, в целом, что я могу сказать? Самое главное, по первым впечатлениям, это, конечно, дальность. И энергия. Если вам нужен разведчик. Если нужен боевой разведчик, то это все-таки ХП. ХП здесь немалую роль влияет.
То есть вот на них я направляю, ничего не показывает. Но если я направляю на себя, ну или в целом на игрока и жму на X, то показывает его информация. Cannot be. А, то есть мой ID-шник показывает. Так, энергия. Окей. Останавливаем все, он энергию пополняет. Ну ладно, в любом случае, нажимаем E, выход. При всем при этом, вот он здесь стоит, да? А, блин, я на него нажал, я хотел попробовать это. Еще раз залезть в него, ну ладно. С этим разобрались. То есть основные показатели, если все-таки ПВЕ, это энергия. Щит, я думаю, это типа как броня, ну ХП, броня, щит. Вот, когда я их дамажил, у них появлялся щит. В общем, дальность. А, энергия за элемент даст. То есть 13 энергии я пополняю за единичку элемент даст. То есть 10 элемент даст мне даст лишь 130 энергии. Окей, я понял. Но все равно, дальность... И энергия. Это очень хороший показатель. И восполнение энергии за элемент даст тоже вполне неплохая штука. Окей, разобрались. Отлично. Скаут как разведчик хорошая, но дальность, то есть вот помним, да? То есть я вот отсюда вон до здания как бы долетел, но в притирочку, вот прямо туда, да, в притирочку, прям в притирочку. Ну, как бы не слишком большая радиус, но как бы, ну ладно. Кстати, вы весь выпуск, я думаю, видите вот эту фигню. Что это? Ха, тут все легко и просто. Ставим эту фигню. Запитывается она от электричества, но так как поначалу она все-таки багнутая, и она запитывалась без него, то есть просто... Просто стоял, как бы, и работал уже без электричества, но запитываться на от электричества можно засунуть в инвентарь батарейки, как бы, это все логично. И суть в чем? Можно деактивировать, можно активировать, но можно выбрать дальность. У меня, кстати, самая маленькая дальность, это 5 в 1, 5, ну, то есть радиус 5 фундаментов, самый большой, радиус 20 фундаментов. И теперь смотрите, что он делает. Лучше один раз показать, чем сотню раз рассказать. И вот он, ну, я думаю, вы уже догадываетесь, в чем суть, но лучше показать. Оп, оп, слышь, я тебя что, деактивировал, что ли? А, не, погоди. Ты у меня, пока генератор был не включен. А, вот, замочек появился теперь на Аргентависе. Отлично. То есть, вот как замочек влюбленности, как замочек этого... О, значок влюбленности, как замочек... О, значок, то, что он питается, также появляется замочек... значок замочка. Все, я поломался. У меня мозг... поломатый мозг пошел у меня. Такс. Слышь? Я тебе сказал, блуждаю туда. Ну? Во, заработал. Просто после того, как включился генератор, нужно было его перезапустить. И все. То есть он не блуждает. То есть он дальше не идет. То есть это служит для того... Допустим, у вас база, да, большая? Маленькая, большая база, неважно. У вас улитки и так далее. Раньше вы как? Загончики, не загончики. Но стенки после прогруза, они исчезали иногда. И как бы это нормально, 11 переходили, и все хорошо. Ну вот. Сейчас же все на более адекватном уровне. Радиус обозначается, и, соответственно, никто никуда не уйдет. Так, стой нафиг. Куда потопало. Все, тормози. Кстати, Лина Ганшик предложила назвать Аргентависа жемчужинка. Я так подумал, блин, а почему бы нет? И реально, мне понравилось, вполне неплохое имя. Тем более, это серия про то, когда я жемчужин... What the fuck? Это что за значок? Окей, я просто там скопировал и какого-то фига... Такая фигня. Ну ладно. Вот. Серия была про жемчужины, как я собирал жемчуг. Так что, ну, вполне неплохо. Почему бы и нет? Пускай будет Аргентавис жемчужинка. Вполне нормальное имя. Ну и как обычно, у меня много болтовни, и, казалось бы, я опять не по делу, но
Это новый DLC. И здесь все новое. И, соответственно, смотрите, какой есть прикол. Мне подсказали, с этими подставками есть что. Следующая позиция. То есть здесь можно не просто сделать музей, а еще и анимировать этих чучелок. Почему бы и нет? То есть вполне неплохо. То есть вот, допустим, летит. Понятное дело, вот этот столбик, ну это же все-таки чучело, это же понятное дело. То есть они так и крепятся, все чучела, я думаю, если вы бывали где-то в музеях, и не только в музеях, вы знаете, как это дело все происходит. Но выглядит все вполне прикольно, почему бы и нет. И погнали делать скаута. Скаута мы сделали. Инфорсера. Чтобы сделать по рецепту, нужен тег-репликатор. Соответственно, мы будем делать просто обычного, самого дрящевого в терминале. Так, этих резцев будет достаточно. Я просто по рецепту смотрел, что мне нужно залутать. Так, погнали до терминала. Блин, то эти терминалы на каждом шагу встречают, то... Я ни одного не встретил. Благо я помню, что в этом районе стоит терминал и как бы все нормально. Так, скаут мне не нужен, а вот это мне нужно. Enable Enforcer. Окей. Блин, он из инвентаря ничего не жрет. Отлично, я забыл про это дело. Вот, так, шар, это понятное дело. Оп. Все лишнее забираем. И забираем его как предмет. Неплохо. Теперь. А нет, игуанодон. Юзаем. И вызывается. Да ладно. EQ41. Это. Вот, кстати, вот эта вот фигня прям идеально для пароля. О, первого левела. Классно, я первого левела притомил. Но благодаря нему мы сможем понять, что он вообще из себя представляет. Вот, пожалуйста, первый левел, характеристики первого левела. То есть мы можем узнать, что, как, где. Так, прыгает. Удар. What the fuck? Это правой кнопкой мыши было. Клево. То есть зажимаем правую кнопку мыши, и мы можем телепортироваться. Так, только нужно, понятное дело, вот так вот. Не понял. Подожди, как он работает. То есть я зажимаю. Не то. Подожди, я зажимаю и нажимаю. Не то. Погоди. Просто отпустить не канает. Блин, погоди. Да, нежданно-негаданно мы решили проверить урон. И я понял, как телепортироваться. Ну, кстати, урон 44 на первом левеле. Это неплохо. Вот реально это неплохо. Это просто офигенно. Бегает он... Что-то сейчас он бегал как-то быстро, а сейчас как-то он медленно. И, ну, как бы да. Энергия тратится нехило. А жрёшь-то ты чё? В случае мне даст этот долбанный даст? Еда у тебя... он, я думаю, дастом и питается, потому что энергия, все дела... кошмар. Все на этих дастах долбанных задействовано. Но, как мы прекрасно знаем, дасты можно лутать. О, кстати, вот и побежал. Просто надо было дать ему разогнаться. А дасты можно залутать с легкостью практически отовсюду в этом безумном городе. А точнее с осветительных приборов. Такие как фонари, столбы, все дела и лавочки. К примеру. Кстати, слышишь, я видел, как вы ползали у меня там по потолкам. О, да ладно. Сейчас на контур нажал, что-то, короче, случилось. Телепорт как работает. Смотрите. Пока светится красным, он не может телепортироваться. И уже
То есть нужно подождать немножечко. То есть вот он светится красным, да? То есть ты не можешь телепортироваться. Суть в чем? Видите вот этот значочек? Он должен заполняться по ходу дела. А, нет, подожди, это энергия. Ну, в любом случае, то есть вот, смотрите. Просто зажал правую кнопку мыши, все. А-а-а, во! Я нашел где. Надо смотреть. Вот это, видите? Заполняется шкала. Как исчезает значок, я могу телепортироваться снова. То есть у меня должен телепорт заполниться. То есть я не могу спамить телепортом все дела. И как бы это здорово. То есть давай заполняется, заполняется, заполняется. Оп! И теперь мне не нужно ждать, чтобы тпхнуться. Отлично. А к примеру, оп, могу. Здорово. Все-таки он ползает по нейронным поверхностям. Отлично. Урона нет. Здорово. Что тебе качнуть, к примеру? Что тебе качнуть, к примеру? Давай-ка единичку урон вкачаем и посмотрим, что мы в итоге получили. По дамагу 45, был 44. Ну, это понятное дело, это первый левел, это как бы вполне нормально. Ну, давай посмотрим, чем он питается. Вот, нашел место, где он похомячит. Кристалл, 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 элемент даст. Отлично. И в итоге... Да, элемент даст уходит. Чё? Чё-то он как-то сейчас непонятно. Так, во, еще раз. Угу. Он тратит на восстановление выносливости элемент даст. А, во. А, он сразу по несколько его хомячит. Нифига ему надо его жрать. Это чутка не целесообразно. Столько тебя прокармливать. Ну, кстати, можно скорость передвижения качать. Это здорово, конечно. И что-то как-то он не хочет самостоятельно хавать его. Непонятно. Но, как бы, да, элемент дастом он питается, это хорошо. И благо мы его можем... Вот, удалено элемент даст, отлично. Благо мы его можем улетать практически отовсюду, и это здорово. То есть его, кстати, фонари и так далее, то есть мы можем все это улетать и, соответственно, получать еду для этого пиздюка. Но тратит он ее немало, учитывая, что вам нужно будет приготовиться. Вы потратите на нормального 1020 элемента плюс-минус, а потом еще и прокормить его умудритесь, называется. Да. Такс. В итоге, что мы имеем? На присесть. У нас что-то иногда срабатывает, я понять не могу, но на присесть ничего не срабатывает. На лечь ничего, на выбросить ничего, удар, телепортация, прыжок. Но при всем при этом... Оп. Так, отвлекли немножко. Но, смотри, как он работает. Ага, и встал, то есть в обычный режим вошел. Как это работает? Подходим к стене, жмем на нее, и не работает. Не работает. О, на контур зато что-то иногда срабатывает. Подожди, я не понял, как ты залез? Как ты пришел в этот режим? Не, ну это телепортация, это совсем не то. Ну хорошо, с прыжка-то у меня получилось. Блин, усталость появилась. Но он бьет хвостом на контрол. То есть на присесть он бьет хвостом. Требует дофига выносливости. Но он должен как-то в этот режим скалолаза переползти. Ага, то есть понятно, все. Срабатывает это так. То есть прыгнул, к стене подошел и зацепился. Понятно. То есть вам нужно смотреть. Видите, да? То есть режим скалолаза. И обычный режим, только явно не нужно было это нажимать. Вот здесь появляется значочек, когда вы можете ползать. Ну, в общем, неудобно, с этим нужно еще разбираться.
И может ли он... Ага. То есть, когда этот значок появляется, нужно нажимать на прыжок. И в целом он бегает как Мегалания. Мегалания. Да, вроде бы Мегалания. То есть, именно лазит по вот этой всей фигне. Но урон вроде от прыжка не наносится. Вроде бы. Опять-таки же, я утверждать не буду. В целом, вполне неплохая боевая единица. То есть, дамажит вполне неплохо и как бы все вполне здорово. Но он тратит элемент даст. И это, конечно, ну такое себе. Его еще попробую добыть. Здоровочка, он, кстати, здоровый нехило качается, это неплохо. За два крика соточку, это нормас. Вроде бы соточку. Такие вот, народ, дела. Ну и на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.